Вроде прошли. Пройдут, обязательно пройдут. Четвертый на связи. Чтоб Марченко да не прошел, быть такого не может. Есть. Товарищ лейтенант, с вами будет говорить первый. Слушаю, товарищ первый. Ну что, Травкин, прошел Марченко? Нет еще, товарищ первый. Пока все в порядке. Пока тихо. Готовы в случае красной ракеты прикрыть путь группы к отступлению? Так точно. Значит, немец спокоен. Рядовая Симакова. А мама с папой как называют? Катя. И там вот на фронте, Катя. Первый день. Красивая ты, Катя. Руку. А меня Андреем звать. Капитан Барашкин из штаба корпуса. Еще встретимся, Катя. Бабахнет. Конечно, хорошо, что жив лошадей, понял? Слушаюсь.
довести до сведения личного состава, что по распоряжению Верховного Главнокомандующего военнослужащие, которые первыми выйдут в государственные границы, будут представлены к званию Герой Советского Союза. Вы же понимаете, речь идет о важнейшей операции, подготовку к которой контролирует Ставка, а у вас нет сведения о намерениях противника. Но кое-что знаем. Мы делаем все возможное. Прошло 2 недели. 2 недели, а вы говорите кое-что. Начальник штаба корпуса требует немедленно отправить разведку в тыл противника. Послали. Уже 2-ю группу. Товарищ полковник, разрешите доложить? Ну? Молчат пока, товарищ полковник. А может, все-таки прорвались? Мне поручено оказать вам помощь и организовать рейд в тыл противника новой группы разведчиков. Некого мне организовывать! Нет у меня больше разведки. 2 человека осталось из 18. Может быть, для вас 16 человек так, ничего. А у меня каждый человек на счету. Есть у меня в резерве кое-кто. Будет вам пополнение. Спасибо за помощь, товарищ капитан. Здравия желаю, барышня. Ну что, Отмарченко, есть новости? Я земля. Прием. Ястреб, прием. Ну ничего, пока мамочкин жив, Гитлер трепещет. Понял? Заря, я земля. Ястреб. Новенькая? Ответьте земле. Ястреб. А вы к нам из другой части или прям с неба свалились? Давайте знакомиться. Сержант Мамочкин, Костя. Катя. Очень приятно. Вот что, Катя, вам невероятно повезло, что вы меня встретили. Знаете, с кем нужно в армии дружить? С вами. С разведчиками. Потому что разведчики – самые лучшие кавалеры на фронте. И потом, кто самый смелый и отчаянный? Обратно разведчики. А с кем вы утром на конях ездили? Тоже разведчик? Лейтенант Травкин. Да, еще какой. Такого 2-го во всей Красной Армии не встретишь. Но он все время по переднему краю рыщет, все над картой какой-то сидит, все что-то чертит, бегает. Ну, не может он по-другому. Вы, Катюш, угощайте, все свежее, все из дома. Желаю, желаю, товарищ лейтенант. А к нам вот тут девушка симпатичная в гости зашла. Из роты связи, новенькая. Здрасте. Откуда еда? От благодарного населения за досрочное освобождение от фашистской оккупации. Доблестной Красной Армии. Присаживайтесь, товарищ лейтенант. Сутки на наблюдательном. Пусть местное население от тебя отдохнет. Слушаюсь. Почему посторонние в расположении? Зря вы так, товарищ лейтенант. Хорошая девушка. Отставить разговоры. А что вам в штабе сказали? В разведку надо идти. Как? В какую разведку? У нас же людей нет. Мы что, вдвоем пойдем, что ли? Будут люди. Спасибо, браток. Они. Ну, какие из них разведчики? Их только вобоз, кобыл погонят. Товарищ лейтенант, группа в количестве 3 человек для пополнения разведвзвода прибыла. Старший группы – сержант Бражников. Командир взвода разведки – лейтенант Травкин. Разведка? Так точно. 1-й украинец. Ну-ну. Так что, здравия желаю. Рядовой Темдеков, пехота. А почему в разведку? Так стрелять умеешь. Настрели. Охотник я. Тоже охотник? Никак нет. Рядовой Быков. Места эти хорошо знаю. Мне тут до дома. 30 км. Ну, в разведку это тебе не к маме домой ходить. Рядовой Быков! Виноват. Наш человек. Товарищ лейтенант, рядовой Воробьев. Разрешите обратиться? Разрешаю. А спортсмены-разрядники вам не нужны? Какой вид спорта? Шахматы. Идите, рядовой Воробьев. Ну, я еще немецкий язык знаю. Хальтехенехох? Их васник вас золис бедойтен. Да зих зоу траурих бин. Ein Märchen aus Uraltenzeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt. Und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt. Заря, Заря, я Земля. Ответьте Земле. Да. Ой, мамочки. Записываю. Да. Так точно. Хорошо. Так, Быков, Быков, полейте сюда. А вы правда были в Москве? Правда. Два раза. Очень красиво. Очень. А вы кем хотели быть до войны? Все-таки здорово было бы оказаться в Москве. Прямо сейчас. А у меня сестра в Москве. В консерватории. Ух ты. Поет? Она на скрипке играет. А вы кем хотели быть? Я еще не знаю. Я еще только школу закончила. А на фронт сами попали? Конечно, сама. Значит так. Танки противника обозначают цифрой 49, пехота обозначает цифрой 21. Вот, например, нужно сообщить, что танки в этом районе. Ты передаешь 49 квадрат БЭК-4. Если пехота, значит, передаю... 21 БЭК-4. Молодец. Соображаешь. Позывные разведгруппы – звезда. Ну, а мы, как всегда, земля. Может, все-таки возьмешь с собой радиста? Сегодня получил докладную от рядовой Симаковой. С тобой хочет идти? Зачем, товарищ майор? Не надо нам никого. Мы же не на прогулку идем. Хорошо, пробуй сам. Земля, земля, я звезда. Как слышите меня? Прием. Звезда, я земля. Слышу вас хорошо. Земля, я звезда. Ответьте звезде. Я звезда. Никаныч! Вот, значит, товарищ лейтенант, прибыл. Как нога, Вань? А хоть пляши. Ты совсем или проездом? Ну, направление у меня в другую часть. Да я от поезда отстал. Думаю, дай погляжу на своих ребят, на своего лейтенанта. Мне солдат проезжий из нашей дивизии сказал, что вы здесь по-прежнему. Ну, а там видно будет. Ты ешь, Вань, ешь. В госпиталь, небось, так не кормят. А вы, значит, к немцу в тыл идете. Точно. Хорошее это дело. Ну, а Марченко где? Вечная ему память. Ты с нами пойдешь? Или по своему направлению в часть? Думаю, с вами остаться, товарищ лейтенант. Только придется в мою часть написать, дескать, не дезертир сержанта Никанов. Ну, в общем, написать, что нужно. Напишем, Вань. И еще как напишем. Ölümdü cuğa başladım, o acılar çınım.
Матери не отослал. Отправишь? Да сами отправите, товарищ лейтенант. Когда вернете? Попрыгали. Порядок. Присядем на дорожку. И маскирующего шума нет. Катя, ты знаешь, разведчики уходят. Катя, сегодня вечером. Товарищ капитан, разведывательная группа для прохождения линии фронта готова. Командир группы лейтенант Травкин. Сверим часы. 0:15. Спешат. Переведи на одну минуту. К часу вы должны быть в немецкой траншее. Ровно в час артиллерия и минометы начнут ее обстрел. И не уклоняйся в сторону, иначе попадешь под мои снаряды и мины. Если к часу не успеете дойти, немедленно возвращайтесь. Ты понял? В случае вашей красной ракеты я бью по целям. 7, 9 и 11. И прикрываю ваш отход. Я понял. Саперы готовы? Так точно. Слушай боевой приказ. По имеющимся предположениям, противник производит в глубине обороны перегруппировку своих сил. Командование приказано произвести разведку в тылу противника, выявить наличие перегруппировки, определить цель, характер и сообщить об этом по рации. Наша основная задача – обнаружить станцию выгрузки вражеских войск, район сосредоточения танков и пехоты и раскрыть намерения противника на данном участке фронта. Напоминаю, во время рейда вам категорически запрещено вступать в столкновение с противником и брать пленных, дабы не обнаружить себя. За мной. Sie liebt mich. Oh, du Schöner. Das ist gut. Von mir ist schon lange keine Zeitpost mehr gekommen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ползи к лесу.
immer das Gleiche. Wir warten erstmal die Mücken auf dich. Da kannst du dich drauf gefasst machen. Ja, allerdings, das sind wir deine Freunde. Das sind Blutsauger, sag ich. Ich würde viel lieber von meiner Freundin gebissen werden. Ja, das glaube ich. Beiß dich gleich auch mal. Das ist ganz schön fresh. Ja. Zynismus. Wie soll man hier sonst durchkommen? So sieht's aus. Hab's sein. Ist doch nur Wald und Ruhe. Habt ihr das gehört? Den Lärm, wir sollten ein Feuer anzünden. Hör auf! Du kannst doch nicht so eine Stichflamme hier machen. Über deinen Mantel. Den habe ich da irgendwo beim Panzer hingeworfen. Ich bin jetzt wirklich zu fertig, um ihn zu holen. Durchgefroren, die Feuchtigkeit, alles nass. Du wirst noch einen Mantel mitnehmen. Gottverdammte Scheiße hier! Schon wieder kaputt. Ich hasse ihn. So ein Mist. Was doch nicht wahr sei. Und diese Hose schon wieder kaputt. Verdammt kalt heute, was? Du, es ist scheißkalt hier, aber das ist nichts im Vergleich, wie es bei Moskau ist. Und du warst bei Moskau? So eine Scheiße willst du mir erzählen? Du bist wahrscheinlich ein alter Moskau-Veteran, was? Nee, du. Aber mein Freund war da, mein Kumpel. С вами будет говорить первый. Слушаю. Ну что у вас? Кажется, прошли. Молодцы. Докладывайте об обстановке каждый час. Сегодня в 22:00 верховный главнокомандующий приказал ставке взять ваш участок под особый контроль. Вас понял. Grüne Gespenster! Туда, там болото. Выполнять! Thank you.
Weiter! Земля, земля, я звезда. Земля, земля, я звезда. Как слышите меня? Прием. Земля, земля, я звезда. Как слышите меня? Прием. Земля, передаю. 21 филин 2. 21 филин 2. Как поняли меня, земля, прием. Звезда, вас поняла. 21 филин 2. 21 филин 2. Прием. Повторяю, много, очень много. 21 филин 2. Как поняли меня, прием. Я поняла вас, звезда. 21. Много. Очень много. Не, ребят. Так стоит жить, а? Курить хочется. На оборону не похоже. Товарищ лейтенант, там на проселке подвода, в подводе жратва. И всего два фрица. Разрешите их без выстрела кончить, а? Едят, а то сутки уже голодные. Пускай едут. Ну, товарищ лейтенант. Нельзя.
похоронить бы надо. Auf dem Weg stehen die Laster. Die werden dich zur Station bringen. Danke. Mach's gut. Этого немца нужно брать. Он раненый. После госпиталя. Его не хватится. Я тоже должен. Останешься рацию охранять. Ну как же, товарищ лейтенант? Не обсуждается. Тяжелый. Иди. Из какой его части? Zu welchem Truppenteil gehören Sie? 131. Infanteriedivision, Pionierkompanie. 131. Пехотная дивизия, саперная рота. СС-овцев тут видели? Haben Sie hier СС-Leute gesehen? Oh ja, ja. Eine ganze Menge hier überall. Он говорит, их здесь много, они везде. Какие части? Was sind das für Truppenteile? Die Panzerdivision Viking. Eine sehr berühmte, starke Division. Он говорит, что танковая дивизия Викинг отборные части Гиммлера. Еще какие? Welchen noch? Ich weiß nicht. Он не знает. Herr Kommunist, ich, Kamerad, ich bin Arbeiter. Schauen Sie meine Hände an. Glauben Sie mir. Ich schwöre, ich bin kein Nazi. Он говорит, что он,
что он рабочий, не нацист. Ich bin Sätzeoffizier. Ich komme aus Leipzig. Ich bin kein SS-Mann. Он говорит, что он из Лейпцига. Он не эсэсовец. Lassen Sie mich leben. Töten Sie mich nicht. Töten Sie mich nicht. Он просит не убивать его. Брежников. Töten Sie. Пошли. И воробушку с собой возьми. Пускай приобщается. Посмотри вокруг, мало ли что. Ничего, ничего. Это бывает. Опять ночное дежурство. Разрешите. Здрасте. Здрасте. Ну, я пошла. Что с ним? Он жив? Кто? Травкин. Ты что, Катюша? Что с тобой? Я испугалась, что с ним что-то случилось. Ну? Ну, что ты? Скоро войне конец. Вот и до границы рукой подать, а там и до Берлина. Надо жить. Не мои дни. Нет. Нет. Товарищ лейтенант, там немец у дороги валяется. Пьяный, как сапожник. Высшая раса. Может, глянете, а? Хорош? Ну, а что мне оставалось делать? Самому сдаваться, что ли? Он сам на меня пер лоб в лоб, понимаете? Лоб в лоб, понимаете? Ты что же надел? Что ж ты надел? Ты же нас всех засветил. Он сам на меня пер, понимаете? Сам! Ладно, разберемся. Ну-ка, ребятки, понесли. Ну, это настоящий эсэсовец, товарищ лейтенант. Ой, бей богу, что офицер точно все знает. Гляньте. Вот, соберут языка, а у меня все никак не получается. Держи, разведчик. Ничего, воробушек, этого добра здесь навал. Успеешь. Дела, а? Ничего себе оборона. А вот это вот что такое? Станция. Курить хочется.
Am 10. des laufenden Monats ist der Stabsoffizier des Schiffsführer Benecke verschwunden. 10 числа текущего месяца исчез офицер штаба моторизованного полка дивизии СС «Викинг» гауптшарфюрер Бенеке. Его труп был обнаружен в 8 километрах от штаба. Смерть Бенеке выглядит как несчастный случай, однако есть основания полагать, что это дело рук тех самых зеленых призраков, которых видели в тылу у линии фронта. Приказываю командирам частей и соединений СС, вермахта и охранных войск в данном районе предпринять самые решительные меры для обнаружения и ликвидации разведывательной диверсионной группы противника. Повторяю, это координаты возможного местонахождения станции разгрузки вражеской техники и войск. Движемся в указанном направлении. Звезда, я Земля. Мы горячо обнимаем вас. Вы меня поняли? Возвращайтесь скорее. Пожалуйста. Эй, Роберт, имена кипят. Да, клада. Здесь полна коробки. Пошли в другую машину. Вон. Кажись на станцию транспорт. Эй, komm rüber zum Wagen. Значит так, Аниканов. Быков, ты. И возьмите Воробья с собой, пусть послушает. Ваша задача – проверить подступы к станции. Сами ни во что не ввязывайтесь. Общий сбор здесь, на краю поселка. Вопросы есть? Выполняйте. Zur Abfahrt ist alles bereit. Fahren wir los. Aufsetzen! Schneller, 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 schneller! Не дрейф, воробушек. Тут до дома 10 км осталось. Прорвемся.
добра. Что? Лейтенант Рацио. Живой? Не уберег. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Рацио, лейтенант. Тихо, тихо, тихо. Sturmbannführer, können Sie uns bitte bis zum nächsten Posten mitnehmen? Steig ein. Dankeschön. Komm. Jung, hast du gut gemacht. Besser schlecht gefahren als gut gelaufen. Ja, klasse, oder? Jetzt kommen wir ganz schnell zum nächsten Posten. Hör mal, ich muss nach Hause, ich muss. Ich hab Urlaub. Urlaub? Mensch, du glückliches Schwein, wie kommst du denn dazu schon wieder? Ach, erste Mal seit 3 Jahren, dass ich wegkomme von meinem Vater. Soll ich mal sagen? Ich glaube, meine Frau ist schwanger. Ehrlich? Ich hab da sowas gehört. Eine Nachbarin, von der habe ich Nachrichten gekriegt und... Ja, und die hat gesagt, der Blockwart und meine Frau, die haben wir was miteinander. Ich denke die ganze Zeit an meine Frau. Ich sag mal, aber mit dem Blockwart die Sache, ja, ist schon eigenartig. Aber so ist das Leben, oder wie? Was denkst du, meine schönen Zeit erzählen damals. Thank you.
Schale weiter. Ich schaffe das. Komm. До дома рукой подать. Все равно дойду. Во время бомбардировки железнодорожного узла был убит русским армейским ножом штурмбанфюрер Дилли. Необходимо ужесточить поиски диверсантов и обезвредить их в самые кратчайшие сроки. В связи с этим приказываю. Никого нет. Все посмотрел вокруг. Товарищ лейтенант, разрешите мне. Может, они заблудились?
представить. Будем ждать здесь. Товарищ лейтенант, это не та станция. Что? Это станция для отвлечения внимания. А танки немцы разгружают ночью в карьере. Вот здесь написано. Может, все-таки сходить разведать? Да. Надо. Пойдем, Костя. Языка не брать. Лейтенант нас простит. Мы это дело мигом обтягиваем, а потом домой сразу. Давай, Вань. Давай, сделаем. Ладно, сделаем. Да неужто мы не сделаем? Давай. Alles ist klar. Gut, wir waren hier.
Эй, где это баг? Где? Дайте ему самогону. И беречь его, как зеницу ока, ясно? Ну. Здесь непонятно, через сколько дней начнется контрнаступление. А ну-ка переспроси его. А wie viele Tage sind vor dem Vormarsch übrig geblieben? Verstehen? Ich werde Ihnen nicht sagen. Он говорит, что он не будет отвечать. Кажется, вот. Широкомасштабное наступление. Фюрер придает первостепенное значение. Переброска двух танков дивизии СС. Сосредоточение должно закончиться через 2 дня. А наши ничего не знают. Мы никак не сможем им это сообщить. Должны. Am Standort der deutschen Truppen, die sich geheim für einen überraschenden, vernichtenden Schlag gegen die Truppen der Russen konzentrieren, handelt eine erfahrene Diversionsgruppe, die расположение германских войск, тайно сосредотачивающихся для нанесения внезапного сокрушительного удара по войскам двух фронтов русских, действует опытная диверсионная группа, овладевшая важнейшими стратегическими сведениями. Приказываю командующим частями и соединениями СС, Вермахта и охранных войск в данном районе до 18:00 обеспечить личным составом своих соединений проведение операции «Капкан» и предпринять самые решительные меры для обнаружения и ликвидации разведывательно-диверсионной группы противника. Всего к операции привлекается 10 тысяч человек вышеуказанных соединений и войск охраны тыла, а также звезда, звезда, я земля. Как слышите меня? Прием. Звезда, звезда. Так, вольно. Звезда, звезда, я земля. Как слышите меня? Прием. Звезда, я земля. Пошла бы выспалась. Ответьте земле. Прием. Звезда. Да, я. Звезда. Звезда, я земля. Ответьте земле. Звезда. Надо брать. И спешится вся немецкая армия. Зачем армия? Можно тихо, по-культурному.
А? Рация нам нужна во что бы ты ни стала. Иначе все зря. Пойдем. Выключателя нет. А? Звезда. Звезда. Пока мамочкин жив, Гитлер трепещет. Давай быстрее уходим. Ох ты, гад! Что ты? Дыши. Дыши, ворожь. Дыши. Weiter, weiter. Ja, lass gehen.
Der ist tot. Lass mal nach seinem Dokument schauen. Da ist nichts. Nur ein Soldat. Ja, los, weiter. Ашыл ашчыны, көк күрлі ашчыны, қызылдың да бейдірбі, өлімгейді салдырбі. О, жанқыр тәңгерлі, ақтайым, ақтайысты, ақтайым, ашчыны ағажымызды. Воробушек, как ты, воробушек? Дыши, воробушек, дыши. 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 Что? Что? Левая ручка. Лейтенант, левая. Левая ручка. Земля, я звезда. Как слышите меня? Дыши. Прием. Земля, я звезда. Как слышите, прием. Земля, я звезда, как слышите меня? Прием! Земля, я звезда, как слышите меня? Прием! Земля, я звезда. Ответьте звезде. Ab ins Haus. Die anderen zwei darüber. Los, marsch!
Земля! Я звезда! Ответьте, звезде! Земля, я звезда! Ответьте, звезде! Земля, земля, я звезда! Как слышите? Прием! Слева за деревом. Земля! Земля! Я звезда, как слышите? Земля, земля, я звезда! Я звезда, как слышите меня? Прием! Слышу вас, звезда! Слышу! Звезда, я земля! Прием! Земля, передаю сообщение! В заданном районе сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Доставить 9-го мотополка «Весла». 10-го мотополка «Германия». 5-го танкового полка. 5-го дивизиона самоходных артиллерий. 5-го полевого артиллерийского полка. Идет скрытая переброска сил противника с других участков фронта. Земля, как поняли меня, прием! Патроны! Дайте патроны! Алиханович! Человек и 2000 танков и бронетехники. Задача противника – расчленить наш... Прибытие войск и техники происходит на полевом перроне в районе промышленного карьера. Операция назначена на 16:00. 4 часа утра.
направо. Ракушки захвати, не забудь. Здравия желаю, товарищ. Звезда. Звезда. Я земля. Ответьте земле. Прием. Звезда. Звезда. Завтра наступление. Рация будет отключена. Звезда. Я земля. Ответьте земле. Прием. Звезда. Звезда. Я земля. Ответьте земле. Прием. Звезда. Я земля. Ответьте земле. Звезда. Сообщение Травкина наделало шуму в дивизии. Данные разведки внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда в ставку Верховного главнокомандующего в Москве. Контрнаступление германских войск было сорвано. Началось освобождение Польши, за которую отдали жизни более полумиллиона солдат и офицеров Красной армии. Я, капитан Андрей Барашкин, погиб за Вислой, под Сандомиром. Катя Симакова дожила до победы, вернулась в свой маленький город и работала в местной школе учительницей истории. Замуж она так и не вышла. Группы Травкина и Марченко долгое время считались без вести пропавшими, и на запросы родных и близких неизменно приходил ответ. О дальнейшей судьбе ничего не известно. Лишь в 1964 году все разведчики были награждены орденами Отечественной войны первой степени. Посмертно. Но каждую весну, каждый май души погибших с полей Польши, Чехии, Германии отовсюду устремляются в родные края, чтобы увидеть свою цветущую родину, за которую отдали свои жизни.